Стрельцы, приветствую вас. Давайте посмотрим ваш расклад на июнь месяца. Первая карта для вас – это карта башни. Карта башни показывает о том, что и говорит о том, что в начале месяца июня вы должны, знаете, разрушить какие-то ваши стереотипы, может разрушить какие-то ваши привычки, да, может какие-то страхи ваши у вас. В начале месяца, да, вы это сами можете сделать, потому что вы только по башне своими руками вы можете это сделать, да. Здесь башня еще для некоторых говорит, что может случиться, да, какая-то внезапная, может, расставание, да, какая-то внезапная, может, уход от работы, да, и для вас это как-то не будет понятно. Хотя здесь только по вашей все-таки вине, да, это когда только это разрушение по вашей вине случается. Давайте посмотрим следующую карту, да, для вас это что касается. Это карта отшельника. Карта отшельника, вы в июнь месяце будете себя чувствовать одиноки, да. Вы будете сделать, да, какой-то самоанализ, контроль какой-то. Вот. Может, те, которые даже находятся в отношении, да, они будут себя чувствовать одиноки, да. И они будут вот по башне себя разрушать из-за этого. Постарайтесь все-таки, даже если вам потребуется вот это одиночество, да, если вы захотите ее для себя, постарайтесь не думать вот много, да, какие-то мысли, страхи, как я сказала себе, вот именно в начале. Давайте посмотрим следующая карта для вас. Это карта суда. Карта суда говорит о том, что для некоторых это может быть какие-то судебные разбирательства, какие-то документы, да. Для некоторых здесь может быть, хочу сказать, что, знаете, высшие силы могут вас за что-то наказать, да, когда вы будете, знаете, за какие-то грехи ваши, да, будете расплачиваться. Поэтому здесь, знаете, прежде чем что-то сделать, нужно думать вот именно в начале, потому что здесь как-то только от вас, да, вот это разрушение только от вас и будет зависеть. Здесь все-таки, если вы хотите что-то сделать, для начала подумайте, а стоит это делать все-таки. Давайте посмотрим следующая карта на середине. Это Королева Пентаклей. Королева Пентаклей – это ваша женщина, это вы находитесь на своем троне. Но хочу сказать, обращайте внимание на ваше здоровье, потому что здесь может как предупреждение, да, что у вас какая-то проблема с прошлого может возобновиться, да, может по суду какая-то проблема может опять повториться. Мужчина, рядом с вами есть такая женщина, да, которая может вам быть рядом, да, подсказывать, направлять, что вам нужно. Давайте посмотрим следующая карта. Да, следующая карта на середине. Рыцарь жезлов. Рыцарь жезлов говорит о том, что даже то, что вы горите изнутри, даже то, что, знаете, огонь под ногами горит, вы должны бороться, не отпускать руки, да, вы должны взлететь, да, к своим целям, к своей даже лайме, да. Здесь как-то даже то, что вы получаете, да, когда мы говорим какой-то бумеранг, вы должны понимать, что мы тоже люди, да, мы же совершаем какие-то ошибки, да, но самое главное, чтобы вы в будущем, да, не поступали то же самое. Давайте посмотрим следующая карта для вас на середине. Это карта волшебника. Это волшебник, это вы сами, да, человек мастерство. Вы маг в своем деле. Неважно, чем вы занимаетесь, женщина. Если это, я хочу сказать, это вот рядом с вами есть такой мужчина, который может вас поддерживать. Мужчина здесь может сказать, что вы сами, да, маг, да, вы мастер, да, вы уже четко знаете, чего вы хотите. Здесь как-то у вас, да, как-то возобновление идет, да, вот когда вы, знаете, хотите начать, да, что-то новое в вашей жизни. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца для вас. Это карта шестерка пентаклей, шестерка кубков. Шестерка кубков, в конце месяца у вас будет воспоминание прошлое.
даже те, которые находятся в отношениях, они могут вспоминать какие-то прошлые отношения. Мужчины, здесь могут быть вспоминания, может, о какой-то бывшей вашей женой, да. Здесь, может, некоторые будут вспоминать места, где родились, да. Здесь как ностальгия, да, для вас в конце месяца. Давайте посмотрим следующая карта, да. Следующая карта на конец месяца, карта колесница. Правильно сделанное решение, правильно, да, сделанный выбор. Здесь как-то стремиться, здесь принять какой-то выбор, потому что колесница дает новые возможности, да, взлетная полоса. Но все-таки зависит, какой вы выбор, какие действия будете предпринимать, да. Для некоторых, может быть, это касаться поездка, дорога, да, ну, в прошлом, да, вот именно ваша, ну, где вы родились, да, какая-то вот состоится поездка. Давайте посмотрим, это родные как места, родные края ваши. Следующая карта, карта совета, что вам высшие силы советуют. Девятка мечей. Девятка мечей, знаете, требует от вас осознания. Даже то, что болезненно, все-таки вы должны осознать, да, как я сказала, здесь может быть какие-то, да, знаете, за искупление каких-то ваших грехов, да, для начала что-то делать нужно подумать, да, вы должны понимать, что все-таки всегда за наши грехи мы будем отвечать, да, поэтому требуется все-таки осознать. Мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.